Дорогие друзья, я очень прошу вас поддержать любимый телеканал. Я со своей стороны с удовольствием это сделаю, как и в прошлый раз. Такой канал очень нужен. Во-первых, это канал добра. Это канал, который можно включить детям и не переживать за то, что они там что-то безнравственное увидят. Во-вторых, это канал, который вещает постоянно. И можно ночью слушать молитвы, замечательный канал. Постоянное обновление контента, постоянно живой канал. Люди в прямом эфире работают. Прямой эфир — это дорогого стоит. Я сердечно прошу вас, поддержите телеканал «Союз», где бы вы ни находились, хотя бы маленькой лептой.